Часта гукі сірэны здольны напалохаць дзяцей і пагрузіць іх у стан шоку. А ў выпадку з незвычайнай сітуацыяй губляць час немагчыма. Вучэбная эвакуацыя дазваляе замацаваць на практыцы навык бяспечных паводзін вучняў пры пажары. Я считаю, что практически навык, он полезнее, серьезнее просто нравоучительные беседы. Когда дети это знают, понимают, знают действовать как учителя, поэтому, ну, как говорят, предупрежден, вооружен. За минулый год у Брэйской области выпадков пожару во установах адукации выявлено не было. Головная заслуга этого – своечасовая профилактика. Главная позиция в этом вопросе – это правильный элемент эвакуации детей, школьников из учебных заведений. В каждой школе Брэйской области будет такое проведено мероприятие, с тем расчетом, чтобы дети были готовы. Вучні з 7-й школы города Брэста свою готовность подтверждаюць. Мы будем готовы, и главное при эвакуации не бежать и не паниковать. Правильно сделали, что провели такое мероприятие. Дети будут знать, как правильно эвакуироваться, но мы надеемся, что не будет пожаров и всего остального. Пажарныя для дзяцей падрыхтавалі сапраўдны сюрпрыз – гульнявую праграму. Вясёлы вогнетушыцель грае з імі ў хітрую галаваломку, а герой мультфільма «Чароўная кніга МНС» вучыць асновам пажарнай бяспекі. Профілактычная акцыя «Увага ўсім» будзе дзейнічаць на працягу сакавіка і загляне ва ўсі куткі Брэйскай вобласці.